Подготовка новых педагогических кадров – важная задача в сфере образования, которую успешно решает Чувашский государственный педагогический университет имени Яковлева, отметивший в этом году свое 90-летие. Чтобы вывести работу на новый уровень, подписали соглашение между ЧГПУ, Управлением образования администрации города Чебоксары и школой номер 65. За этим документом большая работа по выстраиванию горизонтальных связей всех сторон, заинтересованных квалифицированных педагогических кадрах. ВУЗ видит перед собой несколько задач. Три цели перед собой мы ставим. Это, прежде всего, профориентационная работа, чтобы дети, школьники на выходе понимали, какую профессию выбрать, и в том числе профессию учителя. Для нас важно, чтобы наши студенты обучались на базе школ, получали практическую подготовку. И мы здесь очень сильно рассчитываем на опытных учителей, которые могут проводить и практику, и в том числе сопровождать наших студентов в последующем при трудоустройстве. Только взаимодействие со школами и органами управления образованием города Чебоксары мы можем решить проблему нехватки педагогических кадров. У столичного управления образования долгосрочные планы. Мы должны быть нацелены на более долгосрочную работу, в частности, целевому обучению наших школьников, которые после 11 класса поступают по целевому договору именно в педагогический университет, с прицелом на то, что через 4 или 5 лет они возвращаются именно в школы города Чебоксары. Для вовлечения молодежи в педагогическую профессию эффективным инструментом является практика организации педагогических классов. Они организованы сегодня в разных районах республики. Выпускники педклассов, как правило, выбирают учительскую профессию, и многие из них возвращаются в родную школу. Еще один проект, который мы хотим запустить в следующем году в рамках предпрофильной подготовки, это будущий педагогический класс. Именно класс, выпускники которого станут преподавателями в будущем, разных направлений, по разным предметам, но азы будут заложены в образовательном учреждении. Подписанное соглашение поможет синхронизировать действия всех сторон, увязать потребности и возможности. Это особенно важно для молодых специалистов педагогического коллектива 65-й школы. Возможность повысить свое педагогическое мастерство в стенах родного для многих университета, обучаясь магистратуре и аспирантуре на льготных условиях – важный шаг на пути профессионального роста и развития. Обновление содержания магистерских программ, разработка практикоориентированных научных исследований – отныне совместная задача школы и университета. Новый формат взаимодействия вуза и школы – проект волонтера просвещения, в рамках которого студенты вуза оказывают помощь учителям-предметникам, организаторам, психологам школ города Чебоксары. Проект волонтера просвещения очень крутой. Почему? Потому что это отлично, просто замечательная возможность прийти в школу, поработать с детьми, сделать то, чем я буду заниматься в дальнейшем. То есть применить все свои знания теоретически именно на практике. Студенты педуниверситета хорошо подготовлены к педагогической деятельности. Уже на старших курсах они приходят работать в школы. К примеру, студентка 5 курса Наталья Демидова работает в 65-й школе учителем русского языка и литературы и ведет классное руководство. В планах студентки продолжить учебу в магистратуре, не оставляя работы в школе. Встреча завершилась проведением круглого стола, в рамках которого состоялся диалог руководства с молодежью. Спасибо.